И снова золото. Капелла Симферопольской детской музыкальной школы во второй раз защитила титул чемпиона мира по хоровому пению. Конкурс проходил с 17 по 21 февраля в Санкт-Петербурге, а главным призом стали 50 тысяч рублей и международная слава. В аэропорту победителей встретили наши журналисты. Марина Дещенко не видела дочь неделю. Теперь, когда самолет приземлился и до встречи осталось несколько минут, не скрывает радости. Каждый раз, отправляя юную хористку на соревнования международного уровня, сильно переживает и поддерживает на расстоянии. Хоть это уже не первая победа капеллы в школьные годы. Конечно, мы всегда с большим волнением ждем результатов, болеем, смотрим онлайн трансляции, если это возможно. Делимся радостью за своих детей в социальных сетях. Просим поддержать всех знакомых и незнакомых. Борьба за первенство была напряженной. В третьем детско-юношеском хоровом чемпионате мира принимали участие 36 коллективов из 5 стран и 16 регионов России. В течение 4 дней команды сражались за звание лучших. Однако крымские звездочки и не думали сдаваться, ведь дома их ждут с победой. Заниматься было достаточно тяжело, но интересно. С каждой репетицией мы становились лучше и лучше. На самом деле все труды были все равно вознаграждены. Хоть мы и волновались больше всех, наверное, на этом чемпионате. Но когда мы услышали свое имя в списке победителей, это был восторг. Кроме основной награды, коллектив также получил специальные призы за выдающиеся достижения в области хорового искусства и за сохранение традиций хорового исполнительства. Дополнительной мотивацией стало отношение к крымчанам, конкурентов и зрителей. У нас есть наши пайты, где у нас на спине вышито «Школьные годы Симферополя». Вот мы всегда в этих пайтах, музеях, на экскурсиях говорят: «А, Симферополь, Крым наш!» Да, мы ваши. На прошлогодних соревнованиях крымская хоровая капелла также завоевала титул чемпиона мира. Никогда не сдаваться ребят научил их художественный руководитель Виктор Заславский. Но у нас планов громадье, как всегда. Я не могу сейчас сказать конкретно, в каких конкурсах, в каких фестивалях мы будем участвовать, но точно, совершенно, что в этом году у нас есть несколько проектов художественных, и мы их постараемся реализовать. В аэропорту ребят попросили исполнить отрывок победоносной композиции. Долго не соглашаются петь без распевки, но потом срывают овации. Ежедневные репетиции дают о себе знать. Дарья Каширина, Сит Мемед Кукчиев, «Время новостей».